Илюша, я тебе фанерку притащила, стоковую. Фанеру получают путем наклеивания друг на друга трех или более тонких листов древесины, шпона. Шпон в переводе с немецкого – щепка, стружка. Шпон срезают, лущат острым ножом специального лущильного станка при вращении бревна длиной около 2 метров. При этом бревно, как рулон, раскатывается в ленту шпона. Понял, нет?